Я уверен, что вы очень часто слышали и настолько часто слышали, что уверовали в это безгранично, что лень — это что-то, что есть в природе человека, что присуще нам просто по праву рождения, что она есть нас всех, что с ленью надо бороться. И для этого существуют всякие мотивационные тренинги, мотивационные лекции, мотивационные приемы, семинары, способы обмануть себя, заставить себя что-то делать, преодолеть свою лень путем насилия над собой. Я это вижу как насилие над собой. И то, что я вам сейчас скажу, вы, может быть, я не говорю поверить в это, да, может быть, даже не захотите это услышать, потому что я вам сейчас скажу, что лени нет. Лени, в принципе, нет. Ее нет, ее нет ни в природе человека, ее нету. Это искусственное понятие. Есть психологические барьеры. И если у нас этих барьеров нету, мы делаем что-то с удовольствием и вообще не паримся, и нам не нужно себя заставлять. Вот это вот та точка зрения, которую я вам хотел сегодня изложить. Что с этим делать? Для этого мы в школе True Self предлагаем разные инструменты, которые помогают вам повысить осознанность и начать жить более спонтанно, более осознанно, более в потоке, и тогда вы просто забудете, что такое лень, если будете жить в соответствии с собой. С вами был Евгений Осейкин, True Self. Всем пока.